Больше 58 тысяч семей с начала существования федеральной программы в нашем регионе уже оформили материнский капитал. Сумма выплаты за второго ребенка в этом году чуть больше 450 тысяч рублей. В пенсионном фонде вывели статистику. Чаще всего мат-капитал направляют на улучшение жилищных условий. Таким образом, распределились денежными средствами 73% владельцев сертификатов. В общей сложности они потратили 15 миллиардов 500 миллионов рублей. Вторым по популярности направлением является оплата образования детей. На эти цели почти 3000 семей направили 140 миллионов рублей. 13 мам отложили 2,9 миллиона рублей на свою будущую пенсию. Одна семья в этом году направила средства материнского капитала на приобретение товаров для своего ребенка-инвалида, который помогает ему адаптироваться в обществе. И с января 2018 года у нас появилось новое направление средств материнского капитала. Это на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. На сегодняшний день заявление у нас подали уже 1189 человек. И в общей сложности у нас направлены средства материнского капитала по этому направлению 87,7 миллионов рублей.